Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам. Питер де Хох. Визит. Около 1657 года. Дерево масла 67х58. Рисовавший большую часть жизни картины со сценами бюргерского быта, Питер де Хох был одним из тех, кого называют малыми голландцами. Темы его произведения обычно просты. Хозяйка беседует со служанкой, мать кормит ребенка, приятель играет в карты. На картине «Визит» художник, представив в столь любимом им интерьере типичного голландского дома сценку из повседневной жизни, развернул некий сюжет. Интересно, что нижняя половина окна закрыта ставнями. Значит, хозяева хотят что-то скрыть от посторонних глаз. Мужчина, пришедший в гости, держит за руку хозяйку, которая, улыбаясь, смотрит ему в глаза. Речь между ними, скорее всего, шла о сватовстве или приятном свидании, и вопрос решился по обоюдному согласию. Служанка разливает вино, чтобы отметить событие. Еще один гость что-то радостно ей говорит. Колорит этой картины построен на сочетании приглушенных тонов интерьера и ярких одежд – красного, синего, желтого и белого цветов. В наряде гостя сошлись белые, золотисто-желтые и глубокий черный цвет, которым де Хох часто пользовался. Мужчина сидит на голубой подушечке, цвет которой в сочетании с желтым и белым часто встречается в работах Вермеера Делского. От этого современника и перешла к де Хоху любовь к тонкому использованию ярких красок и дневному освещению интерьеров полотна. Ну, вот такое описание к работе «Визит», автор Питер де Хох, около 1657 года, текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.